аэропорт. Лечу в Дублин. Целую неделю ничего не снимала. Была в предвкушении поездки. И вообще даже не хотелось ничего снимать. На самом деле все мысли были заняты только поездкой. Ну, вот сейчас будет поворот на аэропорт. Значит, лечу я сегодня в Ирландию, в страну, в которой я не была 17 лет. Немножко волнительно. Все-таки я там прожила какой-то период. И вот сейчас мне просто интересно, что же я буду испытывать, когда туда прилечу. Вот у нас поворот на аэропорт. Все едут на юг, а я в этом году не еду на юг. Первый год я не еду на юг. Я лечу, куда я лечу? На запад. Причем улетаю с теплого климата. У нас такая чудесная погода. А там дождливо, дожди, дожди, ветра. Ну, как у нас тут красиво. Ну, не знаю, как получится видео, так тень падает. Рейс вечерний. Вылетаю только в 11 часов. Там буду в 12. У нас 2 часа разница. Вот Park and Fly, парковочка. Аэропорт паркинг у нас здесь. Ой, трясусь. Вот. Так что через 3 часа, ну не через 3, я сейчас еще пока там все дела в аэропорту подделаю. Через 3 часа, через 4 часа, наверное, буду в Дублине. Что скажешь? Скажи что-нибудь. Говоришь, аэропорт расстроился? Расстроился. Расстроился. Почему? Расстроился, потому что ты уезжаешь. О, аэропорт расстроился, потому что я уезжаю, улетаю. А я давно не летала, я не знаю даже как там, что теперь, да? Ты мне подскажешь? Конечно, ты там, подскажи. Ты там часто бываешь. Где? В аэропорту. В аэропорту. Встречаю, да. Провожаю. Постоянно. Да, сегодня еще второй раз поеду ночью. Да, еще поедешь, меня проводишь. О, самолет залетает. Ух ты, классно. Ну, я, мне так плохо видно. О, видно, видно, сейчас я приближу. Классно, смотри, как он залетает. Ай, поехали, поехали, поехали. Ну все, камера трясется, конечно. Так что аэропорт расстроился. Сейчас посмотрим, как он расстроился. Вот сейчас мы приедем сюда уже. Стоянка. Вот видите, Лидо, стояночка, да. И Лидо, да. Это у нас аэропорт на латышском называется. Что они тут пишут? 3.50. Парковка какая-то. 3.50. Не знаю. Ой, как солнце вообще. Глаза. Ничего не видно. Вот Рига, Рига, Лидоста. Аэропорт. Так, въезжаем. Осторожно. Вот, красивые какие сделаны. О, как-то резко повернул. Так, тикет, билетик. Нажимай на кнопочку. И потом подойдешь там и заплатишь. Час, по-моему, стоит евро 50. Час стоянки здесь в аэропорту. Ну все, прибыли. Машин мало, да? Посмотри. Мало, да. Обычно как-то, ну, Грипача из Лидошина. Так, и где мы? Нам... А, у нас Ренейр. Thank you.
Стала колбасить. Красиво, как к Дублину подлетаем. Вообще класс. Ух ты. Круто. Ничего себе. Ну камера, наверное, так не передает вот этого. Аэропорт? Да, потому что я по этому паркингу знаю. По паркингу знала? Да. Ты там работаешь, ты знаешь, да? Да. Вон тут огромный паркинг еще. Ой. Я сейчас, наверное, аэропорт не узнаю вообще. Почуяно. Как колбасит. Во все стороны просто, да, колбасит. Это колбас. Мягко. Да вы что, приземлились уже? Да. Да ты что, так круто?